меня другое предложение. Давайте ничего не делить. Устроим гигантский сабантуй. Пропьем эти шальные деньги. Зато потом будет что вспомнить. Справедливо. А у меня другое предложение. Ну хорошо, вы не хотите сабантуй. Давайте возьмем отпуск за свой счет. Махнем на Кавказ, в горы, есть шашлыки, пить вино. Будет что вспомнить. Товарищи. Ну хорошо, вы не хотите сабантуй. Не хотите на Кавказ. Ну давайте в складчину купим автобус. Будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино. Петя, вы можете о чем-нибудь другом подумать? Нет.